Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рэкер, Влад, Робби, Андрюха, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет! Сегодня у нас очень классная серия, потому что мы скачали новый мод на сиреноголовых. Они очень разные, классные, сейчас будем вместе с вами смотреть. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем классный обзор. Так, я вот то, что вижу, то и буду ставить. Смотрите, первый у нас сиреноголовый. Вот это же не первый, а один из крутых. Айс. Это ледяной получается, Серега. Сейчас мы сделаем обзор. Ледяной Серега головой. А потом я включу, они будут нас дамажить. В принципе, давайте уже. На него можно залазить? Да, я залез. И ты можешь по нему ходить? Нет, ты застрешь, как будто в текстурах. Нет, вот я хожу. А он полноценный получается. Ну-ка на плечо ему. Все, я включил, что он нас дамажит. Давайте проверим, что он может. Фигачит. Первый пошел. Ого, он быстрый. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. На крутом канале Димас ТВ. Димас такой тряпками-то ходит. Я не знаю, почему он так ходит. Я думал, он может запрыгивать. Слышь, ты вылазь давай, пусть тебя съест. О. Ты умирай. Ты просто подойди до края, и он тебя сожрет. Так. А чё он такой? Ладно, давайте его убьем. Мочите его. Посмотрим, сколько у него жизней. Только не админским пистолетом, так будет нечестно. Я еще живой. Он просто отбрасывает, жрет вас и отбрасывает. Твою мать! Серега, мочи его. Давай, 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 давай. Мне нравится, прикольно. Если вы его не убьете, я его удалю. Нет, убьем. Ой, кто-то использовал классное оружие. Лагало. Это оружие, оно сейчас пройдет. Так, следующий у нас сейчас будет Shadow. Это какой-то теневой, что ли? Эту оружку больше не используйте, то я забаню. Серега, ты ему нравишься, ты всегда попадаешься ему под руку. Ты видел, насколько он быстрый? Это какой-то нереальный. Ого, он телепортируется. Он телепортируется? Давайте понаблюдаем. Просто ходит, мочит пацанов. У него руки дрожат. У него еще какие-то электроштуки идут из башки. Ого, он резко тут, он резко там. Так, если он сюда залетит, он мне замочит. А я успею спрыгнуть. Он сюда не сможет. Какой-то аниматроник. Да? Ну, ё-моё, ну именно телепортируется. Шустрый. Ладно, вообще. Давайте я ему попадусь. Нет. Сам. Убей меня. Вот я, вот я. О, съел. Куда он делся? Да вот он. Он никаких звуков не издает. Он тихий. Ну, о, он наверх! Он наверх! Ты пыхается. Так что, мочим его или нет? Мочим, конечно. Мочите, может у него жизни много? Слышь, отвали, щенок. Поймал, пацаны. Ребят, я взрываю его. Только не сильно. Не, я любя, Димас. Я легонько. Давай. Не, Серега, это... Надо оружие более направленного действия, конкретно на него. Вы его убили? Да. Вот вы молодцы. Хорошник IP. Хорошо. Так, у нас есть... Вуд. Это дерево, получается. Древесный сиреник. Мы его рассмотрим. Сиреноголовый. Так. Да, он реально на дерево, да, похоже? На палочника похож. А, это я помню, это животное такое, которое живет в джунглях. Это насекомое. Сколько у него сирен? Раз, два, пять штук. Нормально. Димас, это не сирены, это грибы. Это грибы? Ты троллишь меня специально. Ну а что, если реально похоже на грибы? Прикольный. Готовьтесь. Да. Пошел, пошел. Скорость. Да. Что-то он слабо ходит. По сравнению с теми, да, он слабый. Так это из-за грибов, Димас. У него грибы, что-то. Так как он деревянный, его, наверное, можно огнем может фигачить. Он на меня переключился, кстати. Нет, не на меня. Передумал. О, жги, жги его. Отлично. Нифига, пацаны. Сейчас я возьму оружку.
Какую-то такую красивую. Во. На. Фу, блин. Так, следующего сейчас мы поставим. Деревяшка мне понравился, кстати. Да. Тоже. Так, этого ставил. А кто у нас еще есть? Вот такой у нас есть сиреноголовый. Это у нас Блуд, кровавый какой-то челепиздрик. Звук издает. Этот помрачнее, кстати. Такой, да, более, знаешь, как хоррор. Мы его добавим в коллекцию по-любому, этот мод. Как будто вообще... из крипипасты какой-то взяли этого. Так я его сейчас включу, наверное, встанет и пойдет. Разбегайте, сразу все так разбежались. Я отсюда буду его включать. Убегайте, пацаны. Димас, короче, послушай, да. Все, пошел. Он на жопе, как кошки. А что так разработчик сделал? У него жопа чешется, Димас. Он как-то странно ходит очень быстро. Эй, Лекша, ты че танцуешь мне тут? Ой-ой-ой. Нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой, он пошел туда. Да, он еще живой, что ты хотел? Я тебя буду сжечь. Нет, это не берет его. Димас, он брейкер. Он сожрал одного нашего. Надо его мочить. Вот у меня есть мощная оружка. Я вспомнил, вот она. Все, я его вынес. Хорош. Это было реально мощно. Найс. Так, у нас есть еще. Это, наверное, последний из новых. Стойте, стойте, он меня сейчас убьет. Серега, ты что так оружие много себе даешь? Это не я вообще. Это не ты? Во, вот это, кстати, очень таки интересная моделька. Это ратоголовый какой-то, не сиреноголовый. Хоть зубы чистит. А сколько у него сирен? Раз, два, три, пять штук. Шесть. Неплохо, неплохо. Это сиреноголовый, видимо, к дантисту ходит, Димас. Нет, оружие. Раз уж у него зубы. Надо. Ой, не то. Чем-то улыбку Картунхеда. Да? Картунхеда. А ну, пробуй на него, можно встать? Ага. Что-то криво как-то. Это у него с жопы выпало? Ну что, пацаны? Смотрите, какие у него лапы красивые, да? Почему у тебя такие? Ой, я специально включил, чтобы вы подошли. Говно. Я вас обманул. Так. Так, пошел, пошел. Он ко мне идет, наверное, да? Но он быстрый, да? Да, он шустрый, он как собака на четырех лапах ходит. Отлично, Нига вообще красавчик. Так, знаете, что мы теперь сделаем? Сейчас мы отключим и поставим все одновременно. Именно сиреноголовых. Ребят, разбегайтесь, вот этот, на всем конец. Вот этого. Не, это фонароголовый. Давайте фонароголовый сразу не будем ставить. Так. И такой. Так, все, вроде всех. Вы готовы? Нет, капитан. А я да. Пошла, жара. Так, полетел, полетел. Ай. У меня целый убиван постоянно. У него и всех убивает. Он всех убивает, да. Вы за кого говорите? О, идет. Не низко ли я залетел? Давайте посмотрим, что будет. Стоишь на балконе, кофе пьешь, тут приходит челик к тебе. Пацаны, помогите, он ко мне пришел тут в дом. Хорошо, вообще его самого замучу. Я вообще не могу ходить, блин. Чё там? Не, ребят, в таких ситуациях я буду использовать тяжелую артиллерию. А, ну покажи, на что ты способен. Не админский, не админский. Ой, я вижу, как кто-то запехается. Что он чудит, тот челик, и прыгает, и падает, и летит. Серёга, это начинается на яблоко. Яблоко? Да, яблоко. Пошел. Куда они ходят там? Говно, меня съели. Че, ты взрываешь там или не? Да. Так, сейчас, подождите. О, пойдет. Не, слабенько. Слабо, они все живые вообще. Не умеешь ты. Полетела ракета в небо.
Пошла. Но она не достанет нас, она очень высоко полетит. О, съел телепортатор. Ой, красиво осколки летят. Давайте стоп-словом пропишем, по-моему, теленькает и теленькает. Извини. Бывает. Чё-то они живые. Сейчас справлю, Диман. Давай, я в тебя верю, ты сможешь. Сейчас, сейчас. Ой, красиво. Воздушный удар. Да, прикольно. Давай, Серега, взрывай уже. Ой, я убил его. Я убил одного. Во. Это была термоядерная? Это... такая, нет, это пер... это... пердёшка. Это, да, это пердёж термоядер. Ой-ой-ой. А вот это уже термоядер. Да там была царь бомбы, две штуки, кто-то кинул. И друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.